Я, пане Сук, Андрій Миколайович, приїхав в Донецьку, Луганську область, бо мені розказували, що тут сепаратистів багато і захищати Україну. А на самом деле тут мирні жителі, які теж погибають від мін, мирні жителі, люди, дітки погибають кожен день теж від воєнних. Тут стріляються, коротше, між собою. Надо чим поскоріше успокоїтися за все, бо воно так не може продовжатися. Кожен день багато трупів, ранених. Не треба його. Люди повинні бути. Скажи, пожалуйста, вот есть ополчение здесь. Ты среди ополчения видел наемников, там кого-то? Нет, среди ополчения я не видел. Наемников, они меня нормально завезли. Завезли меня нормально. Вышкребали с того болота, який я. Ну ты можешь сказать, что вот большинство ополчения это местные просто, которые... Да, это местные жители, которые защищают свою территорию и земли. Еще смотри, Андрей, вот приходит очень много видео от доброжелателей, вот, и показывают там сюжетик в Ютубе, где парень какой-то в Одессе, когда горит этот дом, кричит «Слава Украине!», там, что мы победили, и говорят, что это ты. Ты был тогда? Нет, у меня не было. А где ты находился во время событий в Одессе? Ну, вообще не было. Я вот это только был. Не, ну ты в каком городе тогда был? Это когда было? Когда в Одессе ты был? Ой, 2 мая, по-моему. 1-2 мая? Да. Ну, я не знаю. Мне вообще не было в Одессе. Ну, а в каком городе был ты? Вроде в Днепропетровске. Не про Петру. Ну ты уже мобилизовался, да, тогда? Или ты по контракту служил? Ну, Березень какие-то. Я походу в Березень пришел, когда контракт. А вообще в Одессе был когда-нибудь? Нет, вообще ни разу. Ни разу не был? Я понял. Так. Ну как состояние у тебя сейчас? Чуть. Улучшает трошки. Улучшается? Да, улучшается. Угу. Да, привет, Селя. Да ничего, все нормально, в лекарне лежу. Кажу, в лекарне, все нормально. А, дядя, це, що мене підібрати десь по госполі года. Вже приїхав до мене. Да, що не дав мені померти. Нічого. Та і як я там, як моє здоров'я. Що я думаю насчет цього і всього. А ти що там? Що там мама? Ну зачем вона мені? Зачем вона мені? Не знаю, може йому воно.
Я йому дуже благодарна, що не кинули мене помирати, як собаку. Я тебе люблю. Давай, поки. Да, вони дають водички пити. Угу. Я люблю тебе. Ну да, должен будет для меня. Ну, что ты не понял, вот это еще раз. До тебе. Хорошо, Оксанчик, я люблю тебя. Угу, угу. Я тебе люблю, пока. Что там, все нормально? Угу. Ждут тебя? Угу. Хочешь попробовать, дочек? Привет, какой-то спирт.